Здравствуйте, уважаемые телезрители! Христос воскресе! В эфире «Кузбасский ковчег». Меня зовут Юлия Ланская. Смотрите сегодня в программе. Да, будет семья крепкой. В Кемеровской области прошел 3-й всекузбасский молодежный форум. Путь исправления. В женской колонии состоялся конкурс пасхальной выпечки. Память. В Никольском храме Кемерово открыли мемориальный музей, посвященный Ирине Викторовне Курлюта. Никола Вешний. На территории храма Преображения Господня в Кемерове прошел фестиваль народно-христианской православной культуры. На базе Российского государственного института сценических искусств и других площадках в Кемерове прошел 3-й всекузбасский молодежный форум «Да, будет семья крепкой». Участниками стали старшеклассники, преподаватели, студенты техникумов и педагоги-психологи. С самых первых минут форума зрители стали активными участниками. Поднимите, пожалуйста, руки те ребята, кто является одним ребенком в семье. Два. У кого двое детей в семье? У кого трое? У кого четверо? У кого пятеро? Ну, в общем, для того, чтобы наша страна жила, жил Кузбасс, необходимо, чтобы хотя бы в семье было 3 ребенка. Мое желание на сегодняшний день, чтобы вы росли, развивались, думали, как вы будете создавать свои семьи, и чтобы у вас у каждого была полноценная семья. Семья. Отец, мать и 5 ребятишек. Именно столько их у Алексея Геннадьевича Тришкина, известного в областной столице врача-репродуктолога, акушера-гинеколога, эндокринолога с профессиональным стажем более 20 лет. Он провел с участниками форума беседы о репродуктивном здоровье. В нашей стране президентом был объявлен год семьи, в рамках которого проводится множество мероприятий, направленных на сохранение традиционных семейных ценностей – любви, верности, уважения и взаимопонимания. Семья не только ячейка общества, но и малая церковь. Тема союза любви между мужчиной и женщиной является одной из важнейших тем библейского повествования. В книге «Бытия» сам Господь дает определение семьи: «Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое – одна плоть». Эти слова служат основой для богословского учения о семье и браке. И не случайно Господь в Священном Писании говорит, что Царство Божие, оно подобно брачному пиру, то есть свадьбе. Наверное, каждая девушка, каждый юноша желает, чтобы когда-то была одна свадьба и на всю жизнь. Девиз у нас сегодня, как звучало, «Кузбасс, территория благочестия, цела мудрия». И я хотел бы пожелать вам, чтобы вы сегодня что-то для себя приняли в сердце, услышали доброе напутствие, и в жизни у вас так и случилось, чтобы у вас была крепкая семья и на всю жизнь. Работа форума продолжилась на нескольких параллельно проходящих интерактивных площадках. Молодежная гостиная «Ладья», творческая гостиная «Алые паруса», викторина «Своя игра» и многих других. Среди ведущих площадок были протоиерей Анатолий Штефан, настоятель прихода храма Рождества Христова города Кемерово, преподаватель кафедры теологии и религиоведения Института культуры. Он и его супруга всегда активные участники мероприятий, посвященных семье и сохранению семейных ценностей. Сохранение себя в целостности, целомудрие, да, это одна из очень важных составляющих частей настоящей вот такой счастливой семейной жизни. Конечно, времена разные, отношения разные, разные ситуации бывают, да, но когда человек осознает ценность этого, это называется у нас добродетель, то он предпринимает все усилия, чтобы как раз, ну, то есть это для него ценность, да, и он ее пытается сохранить, несмотря ни на что, на соблазн, на какие-то там такие условия всякие, да, он как бы борется за это. Марина Ильинична Картава, педагог-просветитель, методист по работе с обучающимися в направлении духовно-нравственного воспитания, на своей площадке рассказала ребятам, в каком возрасте ребенок определяется со своим идеалом семьи и каковы ее основные принципы. 15 годам, а вам уже постарше, то есть это 14-15 примерно, в мировоззрении и душе каждого подростка должны быть определенные настройки или установки. Ну, настройки по аналогии с компьютером. Да? То есть, если эти настройки будут у вас, то у вас будет правильный заход в семью. А если этих настроек сегодня нет, 15 лет, то человеку придется ныкаться, он будет бродить туда-сюда, ошибаться, а потом вообще не понимать, почему я 35, а я до сих пор не замужем, не женат. В городе на протяжении 2 дней работало сразу несколько площадок. Студенты аграрного и горно-технического техникумов, художественного училища, колледжа культуры смогли принять участие в форуме как в качестве волонтеров, так и участников. На площадках работало 22 спикера, просветители Союза православных женщин, сотрудники Института развития образования и врачи провели 22 мастер-класса на семейную тему.
инициаторами третьего просемейного форума выступили Министерство образования Кузбасса, Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса, Союз православных женщин, Управление образования администрации города Кемерово, Кузбасский региональный институт развития профессионального образования. В женской исправительной колонии номер 50 города Юрги прошел конкурс пасхальной выпечки. Мероприятие было организовано отделом социального служения и благотворительности Мариинской епархии в рамках сотрудничества с исправительной колонией номер 50 с целью духовно-нравственного развития женщин, отбывающих наказание за совершенные преступления. А так как в эти дни церковь продолжает праздновать Пасху, а в воскресный день, когда проходило мероприятие, отмечался День святых жен мироносиц, объединяющий в себе все смыслы женского предназначения, перед собравшимися выступил отец Федор Загляда, настоятель храма великомученика Георгия Победоносца, подчеркнув особую роль женщин в семье и обществе. В конкурсе приняли участие 4 представительницы отрядов исправительного учреждения, перед которыми была поставлена задача изготовить пасхальный кулич. Для этого участницам было предоставлено 4 одинаковых набора ингредиентов в соответствии с рецептурой. Работы оценивало жюри, в состав которого вошли преподаватель ПТУ колонии, сотрудники исправительной колонии номер 50 и настоятель храма великомученика Георгия Победоносца отец Федор Загляд. Оценивалась работа за аккуратность и креативность выполнения. При подведении итогов конкурса членами жюри учитывалось и то, как участницы подошли к презентации своих работ. Расскажу я вам секретик, как готовила его. Утром встала, помолилась, босу русу под косынку. Я тихонько прибрала и с хорошим настроением приступила к приготовлению. Итоги конкурса подвела руководитель отдела социального служения и благотворительности Мариинской епархии Анастасия Шергазина. Все девушки, принявшие участие, отличились своей креативностью, аккуратностью. Интересно было слушать стихотворение, которое сопровождало работу, выпечку, и видеопрезентации. Но конкурс есть конкурс, поэтому жюри пришлось немножко проявить жесткость, в чем-то, и выбрать 3 призовых места. Получили в подарок чайники. Мероприятие прошло в дружеской обстановке. Участницы и болельщицы провели время душевно и с пользой. Все женщины выразили благодарность организаторам конкурса. Как-то отвлечься от места, в котором нахожусь, и также какие-то, может быть, я для себя вынесу навыки для того, чтобы потом реализоваться, социализироваться в обществе. Подобные конкурсы нужны в том числе для адаптации женщин, которые в ближайшем будущем выйдут на свободу. Святитель Николай Чудотворец – один из самых почитаемых святых. Старейший храм в Кемерове освящен в его честь. 22 мая он встретил свой престольный праздник. И в этот же день в здании приходской воскресной школы открыли мемориальный музей, посвященный первому директору – Курлюта Ирине Викторовне. В прошлом веке некий зажиточный татарин, переплывая Томь, стал тонуть. Тогда взмолился он Богу о спасении, а взамен пообещал построить церковь. Господь спас татарина, и он, в свою очередь, сдержал данное слово, и недалеко от того места, где мужчина вышел на берег, теперь стоит Никольский собор. Так гласит предание. Никольская однопрестольная церковь, впервые отстроенная в 1846 году, множество раз разрушалась, вновь отстраивалась, закрывалась и снова открывалась. В советское время, когда со стороны правящей власти на религию оказывалось сильнейшее давление, в церкви постоянно менялись священники, не выдерживая этой травли. И лишь с июля 1996 года бессменным настоятелем Никольского храма стал протоиерей Алексей Курлюта. Указом высокопреосвященнейшего митрополита Аристарха 8 апреля 2015 года он был определен почетным настоятелем прихода с благодарностью за многолетние пастырские труды. В праздничный для прихода день викарий Кемеровской епархии епископ Гурьевский Даниил прибыл в Никольский собор, чтобы совершить божественную литургию в память святителя Николая Чудотворца. Преосвященный митрополит, архиепископы, епископы, весь священнический монашеский чин, настоятели, братья, прихожан поющие, вас и всех православных христиан, да поминит Господь Бог во царстве своем, всегда, ныне, присно и во веки веков. Настоятель прихода в честь сибирских святых иерей Михаил Чичик напомнил прихожанам историю праздника перенесения святых мощей Николая Чудотворца из мир ликийских в Бари и рассказал об исследованиях ученых, которые были проведены. Во-первых, подтвердили, что мира присутствует мощей Николая Угодника. Во-вторых, установили рост, я уж не знаю, как это делается, 167 сантиметров рост Николая Угодника. Это был европеец,
выводу, что иконографическое изображение Николая Угодника соответствует исконному образу святителя Николая. По окончании литургии был совершен крестный ход вокруг храма. Во время каждой из четырех остановок священнослужители окропляли святой водой, а у алтарной апсиды архиерей прочел отрывок из Евангелия от Иоанна. По возвращении в храм епископ Даниил вознес молитву святителю Николаю, затем поздравил священнослужителей и прихожан с престольным днем и преподал свое благословение. И в этот же день в здании приходской школы состоялось открытие мемориального музея, посвященного Ирине Гурлюта, супруге почетного настоятеля Никольского собора, многолетнему директору приходской воскресной школы. Сей человек, который горячо любил православие и созидая эту воскресную школу, которая до сих пор славится и гремит по всему Кузбассу, как воскресная школа номер один. Она всю душу, все свое сердце отдавала данному служению. Многие, которые вышли из этой воскресной школы, сейчас стоят здесь. Они трудятся. Кто-то стал матушками, кто-то трудится на епархиальном поприще. Эти люди, они в лоне православной церкви, потому что любовь матушки, которая отдавалась этим детям, она как частичка проникла в каждое сердце и там зажглась и будет гореть до конца нашей жизни. Интересный факт. В 1993 году на этом месте был кабинет первого кузбасского архиерея, архиепископа Сафрония, где он принимал священников и мирян. Сегодня музей, посвященный жизнедеятельности человека, который отдал все силы и вложил душу в воспитание и церковное образование детей. Матушка Ирина, отец Алексей, ну, в нашем Кировском районе, в Кузбассе, фигуры удивительные, замечательные и особенные. Матушка Ирина вот привнесла в работу с людьми тонкую такую сердечность, теплоту. Она каждому человеку находила какие-то удивительные слова, которые делали вот близкими и понятными взаимные отношения. Матушка Ирина Курлюта была очень яркой не только в своих делах, но и в своем образе. Все помнят ее элегантные шляпки. Она и за ученицами воскресной школы, которую в 1990 году открыли при Никольском соборе, всегда следила, чтобы головки были аккуратными. И каких только разновидностей косичек мы тогда в то время себе друг друга не плели. Матушка всегда приглашала хор и на свои личные торжества. Мы были свидетелями ее дней рождений, юбилеев совместной жизни с отцом Алексеем. Своим примером она подтверждала, что счастье любит, когда им делишься, а не тишину. 8 мая 2005 года получила статус образцовой воскресной школы. Это единственный такой статус у нас в области епархии, потому что труды матушки невозможно переоценить. И, конечно, все традиции мы стараемся соблюдать. И одна из самых, на мой взгляд, важных традиций при общении детей к богослужебной практике – выпускники нашей школы служат Богу, поют в храмах и в других странах даже. Все, кто когда-либо знал матушку Ирину, вспоминают о ней с невероятной теплотой и любовью. Каждый раз, проходя воскресную школу, в первую очередь я и мои друзья забегали в кабинет матушки Ирины, здоровались и только потом шли на учебу. С детства водили сюда, в храм. Это был единственный храм. Я себя помню, еще приходила с родителями сюда в храм. Во вторую смену училась, пионерский галстук снимала, портфель складывала. Еще помню матушку Ирину с отцом Алексеем и молодыми. Как наседка вокруг своих цыплят. Вот они всегда вокруг нее, и она вот настолько она их опекала, устраивала поездки. Это 2000-е это было для, во всяком случае, для моих детей. Вот эти поездки, это была большая радость. Мероприятие завершилось концертной программой, которую подготовили юные прихожане Никольского собора. При поддержке отдела культуры Кемеровской епархии православный этнокультурный центр «Наследие» храма Преображения Господня в Кемерове провел первый фестиваль «Никола Вешний». Участники приехали не только из Кемеровской области, но и из Новосибирской. Как и полагается православному фестивалю, открытие начали с молебного пения на всякое благое дело пред иконой Николая Чудотворца. Твоим благословением спешно исправи, и нас от всякого зла избави. Молебен совершил настоятель прихода Преображения Господня священник Роман Анкудинов, а также напутствовал участников на выступление. Христос воскресе! Воистину воскресе! Дорогие братья и сестры, желаю всем удачных выступлений, чтобы осталась добрая память. Что Николай Чудотворец, несмотря на то, что он не жил в России, но именно здесь мы его особо почитаем,
наверное, больше всего из всех святых храмов Николая Чудотворца. У нас Кемерово, единственный храм, с которого начиналась вся церковная жизнь в советский период, это был храм Николая Чудотворца. Еще даже когда только Кемерово образовывался, был рудник, называется это место Прекрасная Горка, Николина гора. И для нас радостно, что промыслом Божиим наш сей приход был создан по указу нашего владыки в день Николая Чудотворца. 22 мая, 9 лет, как существует вообще наш приход. Получив благословение от настоятеля и окропление святой водой, более десятка вокальных ансамблей под звон колоколов отправились на импровизированную сцену, чтобы представить свою музыкальную программу. Мы для вас сыграем очень известную русскую народную обрядовую весенне-летнюю хороводную песню. Вот мы сеяли-сеяли лен. Песня встречается повсеместно в нашей России, Белоруссии, Украине и даже в Чехии. Архивные данные позволяют назвать предками старообрядцев Васюганья, которые привезли эту песню к нам в Сибирь. Мы пололи, пололи лен, мы пололи, приговаривали, чеботами приколачивали. Ты удайся, удайся, ленок, ты удайся, мой белый кошелек. Кроме того, в рамках фестиваля проходили мастер-классы и игры, в которых можно было сразиться в шлеме и латах резиновым мечом, освоить владение казачьей шашкой, позвонить в колокола, посетить выставку-продажу изделий ручной работы. Идея проведения фестиваля возникла на одном из семинаров обучающих из города Новосибирска. Приезжали Александр Яшин и Татьяна Куликова. Из их уст прозвучало, что если у вас в области нет фольклорных фестивалей, делайте свои. И мы решили... фестивале народно-христианскому быть и быть на нашем приходе. Путь к Богу у всех разный. Раньше приходили люди через песню. Коллектив этнокультурного центра «Наследие» представляет вашему вниманию показ одежды в стиле и в пир, и в мир, и в добрые люди. Встречайте! Как хорошо смотрится джинсовая поясная сумка, сапоги. Сочетание с джинсами вполне современно и удобно. Натуральные ткани обладают прекрасной гигроскопичностью, что обеспечивает комфорт при подвижном образе жизни. Авторы модели показали, что и сегодня наряды в русском народном стиле могут выглядеть модно, современно, удобно и красиво. А создать подобную красоту способна любая мастерица, владеющая иголкой и ниткой. Теплая солнечная погода, которая редко радует сибиряков этой весной, позволила провести фестиваль на открытом воздухе. Особенно вкусна на природе солдатская каша, которую смогли подкрепить гости и участники мероприятия. Все исполнители и организаторы получили благодарственные письма и дипломы лауреатов. В следующем году в планах провести второй народный фестиваль Никола Вешный в память перенесения мощей святителя Николая Чудотворца из Мирликийских в Бари. 10-й крестный ход сплав стартовал 27 мая по Кузбассу. Маршрут уже привычный. Отправляются из Лужбы на юге области и финишировать будут 5 июня на границе с Томской областью в селе Зеледеево на севере. На протяжении 650 километров крестоходцы совершают остановки в прибрежных населенных пунктах, идут крестным ходом до храма, в котором отец Даниил Голоднов, бессменный капитан и руководитель сплава, совершает молебен и, возвращаясь на суда, продолжают свой путь. В этом году условия непростые. В судовом составе недостает большого катера и не повезло с погодой. Температура опускается временами ниже нуля, плюс ледяной ветер с дождем. Несмотря на это, в составе крестоходцев в этом году много ребятишек. Стартовало 16 человек. Жажда приключений оказалась сильнее желания встретить лето лежа на диване. Что ж, пожелаем крестоходцам хорошей погоды. А я на этом с вами прощаюсь. Христос воскресе!